Этот визит председателя Белой Руси Геннадия Давыдько на Белшину в этом году уже третий. Но сегодня особенный повод. 30 сотрудников промышленного гиганта вступили в ряды патриотов и скрепили свое решение крепким рукопожатием. Время непростое, время электорального периода, когда политически активными становятся и недруги нашей консолидации, нашей независимости. Об этом тоже надо говорить. И вступление новых бойцов в нашу армию патриотов – это большой праздник, большое событие, и мне хочется каждого обнять. Во время встречи с друзьями, именно так Геннадий Давыдько называет членов первички, он осветил сразу несколько вопросов. Известно, что накануне открылась сессия Совета Республики. Председатель организации отметил, было много полезной информации касательно нашего государства. Это экономические прогнозы, бюджет страны и политические события. Но в первую очередь Геннадий Брониславович акцентировал внимание на информационной войне, которая уже началась. Если раньше я считаю, что война, информационная война – метафора, нет, это реальная война, где реально действуют силы противника, которые хотят захватить территории, и не только душ, но и стран. Да, они там служат экономическим своим интересам, используя политические рычаги. К слову, Беларусь на Белшине существует уже 10 лет. По численности она чуть ли не самая масштабная в республике. Первичка объединяет более 800 человек. Качественный состав от фрезеровщика до директора. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.